Всем привет, дорогие зрители и подписчики. Как вы видите, подошел крупный ясь. А мы ловим налима на стук, поэтому у нас приманки рассчитаны на налима. Куда-то плыл. А нет, если кажется, вон видим, как он там кормится. Вот крупная пасть у него. Глаза. Стоит. Удивляется. Вот, упустили джиг, головку чуть поменьше, с насадкой гальяна зерного. Пытается взять, но ротик-то у ездя маленький, поэтому такой гальян среднего размера не помешается в рот. Так, что-то надо придумать. Была атака на камеру, но у нас камера не съедобная. Он это сразу почувствовал и плыл прочь. Но опять снова вернулся и попытался взять межголовку, нашу приманочку с насадкой гальяна. Но нет, что-то мне не нравится. Обычно мы таких язей, даже средних язей, брали на джиголовку. Ну, не на такую, конечно. Там приманка была чуть поменьше. И насадка там была ариет или кальмар или череп. А вот я нашел мормышку. Как раз там в ящике рыболовном валялась удочку. Он это увидел. Делает круги вокруг. Вот видим, опять подошел, тут же со дна что-то собирает там, кормится и обратно плюет. Приманку-то заметил, но что-то не решается брать. Он что-то взял, видим, стоит. Думает. На, возьми же. Удочка с насадкой там, мормышка фосфорная, верхний крючок, насадкой червя не было, так как ловили на стук. Хук увидел и оп, заглотил вроде бы. Ну что, подсекаем? Есть! Мы поймали его, мы взяли огромного язя. Ну все, всем пока и до новых встреч!